Стихотворение написано в 1974 году учителем Нарвской 10-й школы Александром Ивановичем Калининым. Посвящается герою Советского Союза Игорю Александровичу Графову, погибшему в боях под Нарвой. Он был ровесник наш, любил кино и книжки, любил свой город и свою страну. И потому, как многие мальчишки, ушел в том 41-м на войну. Его влекли не слава, не награды, в бою громить коварного врага. Ему судьба родного Ленинграда была близка и очень дорога. И от кровавой вражеской лавины они закрыли родину собой под Ленинградом, Нарвой, Берлином, ведя с врагом кровавый жаркий бой. Он был ровесник наш, любил кино и книжки. И мы, все в жизни лучшее любя, забудем ли, как той страны мальчишки за нашу Нарву отдали себя.